Барселона і продали дипломат, корейському дипломату, він на ній не їздив взагалі. Їздив тільки в церкву, і то в корейську, і то по вихідним. Собак ні не їв. Либо тут неопитний чек в продажах, но ціна у нього стоїть іменно по його регіону правильно. Думаю, треба брати. 3 дні. 2 из которых он лежал в больнице под капельницами. 3 дня машина у человека. 3. Мне кажется, что я что-то просрал. Буду сейчас включать идиота. Нам поздно цей, квадратное лице делать. Толксан, простите, не едет никак. 800 мне железобетона вот так летит просто. Единорог для перекупа. Я очень надеюсь, что на майку попало не масло. Моя супруга не разрешает в новых вещах лазить под машины. Тюксон так тюксон. Но для того, чтобы проверить этот автомобиль, надо, блин, 3 чемодана инструментов, помимо того, что лежит в автомобиле. Друзья, всем привет! Едем на осмотр Hyundai Tucson. От 7 до 2012 года цель найти максимально идеальный автомобиль. Отправляемся сейчас в Умань и будем надеяться, что там нас ждет нормальный вариант. О, а ты что здесь делаешь? Я что, едем шукать живой Tucson? Так не найдешь живой. Да найду, папа. Окей. Я предполагаю, что он будет не совсем живой, потому что мы их уже столько пересмотрели. Ну, зі слів продавця, машина була куплена в кінці 13-го року, 12-й вона по техпаспорту. Перший власник був кореєць. Ну, це ж Tucson. Корея. Ну да, історія класна. Доїздив тільки в церковь, і то в корейську, і то по вихідним. Собак не їв. Собак не возил, рибу не хранил, в церковь ездил. И за всю историю, которая была у него эта машина, на бусе еще наездил там, блин, до 1000 километров. Тысяча километров. Блин, ну, простите. Рик машина у него была. Конечно, верю. Ну ладно, окей, едем смотреть. Людям же треба верить. Вот и верь после этого людям. Женя поменял себе шило на мыло, продал своего Сиата и купил себе Хонду, вернее, поменял. Машина типа не битая. И он ее типа посматривает. Насколько же он ее взял, не глядя махнул ключ на ключ. Сегодня у нас Seat Leon FR 2-го поколения. И посмотрите на этот дизайн. Он до сих пор актуален. Эту машину пацаны рассматривают до сих пор. Она на самом деле красивая. Вот этот вот Seat был поменен на вот эту вот Хонду. Тихоря, пока никого нет. Утро, рано, перед выездом в Умань. Что ж там, какие там показатели? Что ж там такого может быть? То, чего он увидел после приобретения. Ну, как-то... Ладно, сейчас придет, спросим. Все, батарейка кончилась. Ладно. Це я щось мав погано сказати, ми не мали хондоводи засрати в коментарях. І камера потухла просто від гріха подальше. Як тільки треба було щось плохое сказати про Хонду, одразу камера брм, тому що акумулятор сел, і все. І, в общем, нічого плохого про Хонду Женя так і не успів сказати, тому що хондодрочери його одразу зараз заплюють за... 3 дні. Пройшло 3 дні, як він купив собі автомобіль, він тепер його... поимел и продает. Да так, я не особо имел. Да я ладно. Я не спи. Да не я имел машину, это машина имела меня. Так а что, он не, рисом не накормил ее? Ну, рис просто тяжелый для желудка, не мои. Хорошо, окей. Seat FR и Honda Type S. Что же все-таки лучше? Seat 320 кобыляк, жрет эта сволочь ведрами в час. Ну, даже, наверное, больше за час можно спалить ведра. Плюс ему не нравилось то, что там механическая коробка. Вот эта вот палка в городе его просто убивала. Он решил себе поменять на автомат. Это был простой обмен ключ на ключ. Один автомобиль на другой автомобиль. По итогу он здесь еще поменял радиатор, он здесь поменял еще ходовую. В общем, если бы эта машина покупалась за деньги, он бы себе ее не купил. А так как он ее просто поменял, то вот так он получилось. Вроде бы отдал идеальный автомобиль Seat и взял не очень идеальную Honda, ну как-то так. Ну то там философия разная. Ну плюс Seat, как бы он был стоковый, то... Ну она не поганый, скажем так. Был бы он стоковый, можно было
щось там рівняти. Ну, на комфортно відносно. Я завжди думав, що Хонди, вони максимально, ну, з фольгою жорсткі. Там ставить сказав чоловік, який 3 дні поїздив на машині і виставили на продажу. 3 дні. 2 з яких він лежав в больниці під капельницями. 3 дні машина у чоловіка. 3. Honda – классная машина, Honda продается очень недорого. Женя у нас очень тяжело перевел развод. Парень он у нас холостой, молодой, видный, с учетом того, что он уехал в Киев на за длинным рублем или за длинной гривней, так скажем. Вот теперь у нас Евген холостой. Очень молодой парень, 20... 20, там, плюс-минус. 3 или 9 лет. Плюс-минус. Плюс-минус. Так, телефон в комментариях. Эх, утренние пробки. Как хорошо выезжать из Киева, когда все стоит. А, так он у нас был в офисе, я его помню. Доброе утро. Доброе. Доброе. Дмитрий. Нам прямо. Николай. Женя. На такой веселой компании мы решили поехать отснять Тюксон. Я говорю, что он будет мрачным, Женя говорит, что он будет классным. Ну, Женя верит надежда. Продавцу. Надежда, да. То, что я так просмотрел, тоже похоже, что... Больше похоже на то, что человек эксплуатировал сам, и оно вроде бы аккуратно и похоже на правду. И фоток мало. Ну вот фоток мало, потому что я знаю, я видел несколько раз, когда хозяева выкладывают, они неопытные в продажах, они не знают, что надо фотографировать. Он выложил, что вот не битая вроде бы, вот вроде бы салончики. Царапину ты показал на пластику, хотя можно и не показывать, ну то есть это пластик. Ну, то есть, либо тут неопытный человек в продажах. Но цена у него стоит именно по его региону правильная. По его региону правильная. А сколько стоит машина? Ну, он типа поставил 11200. Это максимальное, то, что можно типа за его год. Охренеть, 11200. Да. Но у нас по сути... перекупщики за такую с полной комплектацией 14400-14800 хотят. Я весной самый дорогой, который нашел, вот дороже в Украине просто не было. Это была десятка. Меня так захейтили за то, что я купил. А Герик? 10. Тут 13, по сути, выехал. Ну, 12 тех паспорт, 13 выехал. Ну да, сейчас меня смущает, что он написан в одном месте 12, в другом месте 13. Ну, она в 13 куплена, а по техпаспорту будет 12. В ГАТ нам здесь смотрел машинку. С женой приезжали. X35. Ну, больно уж, типа полный фарш. Прям парень 14400 хотел. Я человек в машинах. Эксплуатировал Opel Mgb лет 8, немного посмотрел разных видео и вот присмотрел снаружи. А, во-первых, смотри, подходит к машине, смотрим с женой, машина белая. А мы вроде бы идем в серую смотреть. Издалека она белая, подходим ближе, ну, вблизи пригодится, вроде бы она серая. Но открываешь капот, а внутри она вся белая. И он пишет, не бит, не крашен, в идеальном состоянии, все заводское. Посмотрел, все кручено, все болты откручены, двери все кручены, вся машина крашеная. Короче, он там проехал, говорит, ну что вы типа смотрите на этот, она же хорошо едет, она же хорошо едет, берите, как она вот едет. Говорит, не хотите, не морочите голову по продавцу. Запуск крутий, дощ починається, та й смисла немає. Тут надовго залишатися. Гнилі крила. Гнилий знизу. От, де пороги починається гниль. Ну, подрамник я мовчу. Ржавчина на дверях. Зниз дверей прям гнилий. Вон видно, всі крила пішли. Опорники ржаві. Це зрозуміло. По лонжеронах є дрібні очаги, діодики. Їх, ну, лучше зняти, не знаю, колхоз. Все ржаве. Редуктор запотівший. От і це гнило. Саме днище промовілене, але от далі. Капот рідний, але є ржавчина. По гарматику. Капот не крутився, морда не розбиралась. У мене є питання, да, були до цієї двері. Вона місцями вибивається по кольору. Точніше, місцями вона більше б'ється, по кольору ось видно. Б'ється вона більше, не може випукати слої. Ось в цьому місці видно. Зараз постараюсь показати. От провали, тут є шпаклівка. Не було ржавчини на порогах і взагалі ржавчини по дверях і так далі. Можна було б щось думати.
Так, ну что, предварительно готовилась, видно, там полироль, ее полировали, ну черный колір по-другому ніяк. Пташка ставила своє нечисте діло на капот і вовремя не помили, розіли лак. Видно, що фари, звісно, полірували. Сколів явних, прям сильних немає, є більше піскострої, тобто вона по трасах більше їздила. Є у нас невелике здуття на даху. Кришка не фарбована. Щас полірували, а під ручками ці царапини не убрали. Ну, тобто так. Сам пластик трохи вигорів. Добре видно. От присів, зразу видно, що процарапана оця частина. Так, під капотом. Фари не крутилися, бампер. Всі кліпси на місці, візуально. Рідина ГУР на рівні. Не підпалена, немає запаху. Заводські не прокраси, так як і має бути. Заводська точка, всі сварні шви, герметики. Так, є трошки ржавчина на лонжероні. І кондиціонер, скоріше все, не працює, сама шкіф крутиться, а муфта ні. Ну, поки що питання до днища автомобіля. Ну, її нормально похімчистити треба, її нею не займались. А є пару но. Кондиціонер раз. І стан кузова знизу, там ланджерони, трохи видно ржавчина на них, наскільки вона от кримінальна, зараз будемо дивитися, якщо GTI на наш підйомник не поїхав. Так, знизу у нас на рейці є підтікання, взагалі як антифриз зелений, але антифриз не красний. Тобто це жидкость ГУР. І там патрубки мокрі. Підтікає. Так, і є у нас підтікання аж зверхи. От на тому шлангові. Звідки, не зрозуміло. От, я провів по ньому пальцем. Так, подрамник кріплення. Ржаві. Гофра протерта, треба доміняти її. Да, шланг ГУРа скоро лопне, його треба доміняти. Вони, до речі, не дешеві. От кріплення підрамнику згнило, в цих місцях пішла ржавчина, аналогічно. От є ржавчина, наступає. От кондиціонер не працює, шланг сухий взагалі, конденсата нема, захлопна. Гниле. І от кузов. Це все кузов. Виходимо з повсюди. Все, ми вже тут біля вас. Та по лужам пофіг. В кожній лужі яма, в кожній палці гвоздь. Ну такой, ровный, по крайней мере. Типа подготовленный. Че на зимней резине? Где всесезонка? Всесезонка ломели по-другому в Олеге. Вы ее только помыли? Да. Жарко тут в салоне. А что вы тут возили? Удобрение чи что? Цю ковыряли. Да, по полям, по лесам. Евген, что на вашу думку тут возили? Багажник такой, это хрень такая. Кирпич. Може, и кирпичи. Остатки дисков. Еще довольно большие, а нет. Остатков дисков уже не так и много. Да, они очень равномерно изношены. Остатка там уже немного. Пошли по кузову. 102. Вот так надо, наверное.
90. Кстати, вот очень часто на видео 887 думают. Если здесь поставить на точку, то 88,7. Очень много хейта в этом самом идет в комментариях. Но по факту красиво, ее бы отполировать еще. Оторванные пистоны. Что-то в ней какие-то кирпичи возили. И много кирпичей Тюксон себя погрузит. Не, ну я к тому, что вот эта пыль, она похожа на кирпичи. Вот, то, что вот... А пыль, я вам скажу, откуда пыль. У нас же дорогу строили. Да, 13-3 середина куплены. И треба звіряти заказ наряди з техпаспортом. Ну, заказчик той чи не той. Ну, як правильно, хто їде на сервіс. Власник. Має бути фамілія одинакова. Болтики не трогані. Красота. Даже. А он местный, он не пригнанный, да, судя по лейбе? Да, да, это тут купленная, в Киеве, в салоне купленная машина. Давно? В 2013 году. Сьомий месяц. Це дата придбання чи є? Да, придбання. Пробіг. 4300. Да, 4300. 10 місяць, жовтий. Как часто міняєте? 15 тисяч. Можно 20. Прикуривали, аккумулятор слабый. Не себя. Прикуриваем, но не себя. Светленькая, все лучше. С коробочкой порядок. Получается, что дипломат корейский? Да. Дипломатические номера не были. Да я же тебе говорил. Уровень ее маленький. Сверху есть масло, а снизу уже его нету, да. Что я менял в прошлом году, то я менял на задку, поставил новые пружины и кабельские. И амортизаторы, это я видел. Да. 77. Выпуск начала 12-го, я просто к тому, что здесь часть запчастей с 11-го, а часть... Может быть. Ага, это типа резинка сюда давит. Везде 90, 92, 89, 102 по сиденью. Ну что, не затасканный, очень аккуратно. Такой не затасканный, не буду смотреть, ручка. Ну, ручка слабенькое место, но все равно не сильно она и затертая. Руль побитый кольцами, замученный жизнью за 107 тысяч. Что-то мне кажется, что у него не 107 тысяч. Много двери також факт. Так, слегка потаскано, видно, что есть следы эксплуатации, но сказать, что затерто в понос. Нет, уплотнитель часто здесь рассыпается целый. Євген, мені здається, що я щось просрав. Ваня. Стану автомобіля. В спорі? Так. Да? Ну. Чуйкає. Хренова затія. Главное, спорі з молодими. Главное це не говорити гоп. Я вам покажу. Поки що так. Що крашена, так? Ні, вопрос не в тому, що крашена. Ми багато смотрели машин різних. І, ну, це теж вона така підзамучена, але сказати, що вона от... мертвая и нельзя ее смотреть дальше, ну как ну, бы попала нет. Попала бы на руки перекупу. И он бы ее быстро налохматил. Угу. Это весь пластик был бы крашеный, полировано. Не знаю, корейцы, японцы, они когда в темных цветах, там зеленые у них, черные, оно прикольно на фотке, но вживую приезжаешь, дивиться, оно что зацарапано. В принципе, здесь даже паутина живет, и давно никто нифига да, тут ничего не возил. Ну, судя по количеству паутины, очень даже может быть. Запасочка вот в отеле даже еще с ворсочком. Ну, она где-то зимовала у вас не в тепле. Она вот ездит каждый день. Каждый потому день. Что есть моменты, где вот кончился ковер с той стороны, да и с этой тоже. Вот он уже пошел сыпаться. Но это как минимум повод для торга. Не, ну понятное дело, да. Я же не говорю, что это в идеале.
Ні, тут нормальні. А бувають, коли глянцеві прямо, або вже крашені, або стирають оцей слой. Як правило, коли красять в цих місцях, хуже прокрашують. І тут видно. Або мусор якийсь так далі. 21, 14, 81. Ну, якщо міняти вже все красиве, воно буде вибиватися. Всі красити не треба, ці поліруються, а от що міняти? Ні, якщо одна поміняна, то вони... Хіба що на розборці десь знайти, щоб більш-менш так вигоріло. Вони і не ржаві, і не відкручені. Зараз з тої сторони посмотрю, поки тут читається. Пройдеш ззаді? Там китайский чем розовый. Да. Тут тоже все целое, поэтому вмешательство в ВИН-код очень маловероятно, что было. О, севший аккумулятор. Вы же сказали, что не вас прикуривало, а вы прикуривали. Да, я думаю, треба торговаться. Теперь. Я думаю, треба брати. Ну, з того, що раніше даже дивився в Києві. Там хлам. Є вероятность, що ми її заберемо, її, как бы, конечно, причесати, на хімчистку забрати, но будем максимум давить по ціні, потому что экземпляр хороший, но надо не спалиться и не выдать свою эмоцию. Буду сейчас включать идиота. Як тільки під'їхали, була мінутна така слабость, недовір'я. Що буде вона. Де проживає? Не наша. Робимо квадратне лице і робимо вид, що нам ця машина мало цікава, тому що ми першу старгуємо. Ах, Infiniti поїхав на базар в останній раз таким, ах, блін, з вихлопом колес. На такій скорості обычно в останній раз їдуть на базар. В історії у нього ошибки тільки в основному по задньому лівому датчику ОБС і почти у всіх блоках є просаджений акумулятор. От то, що скинута клема, і то, що він говорить, що він кого-то прикурював. Може, звісно, він кого-то прикурював, але... Когда клемму не ставят обратно, первый признак того, что машина прикуривается. Это я к чему рассказываю. Готовьтесь к тому, что аккумулятор тут будет к зиме в соплях. Ну да, что-то за ним можно поездить, а морозы покажут. Но так, вот по сравнению с тем, что мы видели вот на прошлой неделе, на этой, ну он такой, слегка подзамученный, но он не готов. Живой. Вот здесь практически всегда разорванный уплотнитель. Он здесь целый. Руль здесь не перешивался. Ну то есть салон в Hyundai, он всегда такой полумрачный, но здесь видно, что оно не менялось. Обесшумлено. Ну что-то тут где-то есть. Плюс он весь в родной краске, он нигде ничего у него не отнималось. У него в родные двери. В багажник реально туда очень давно никто не заглядывал, потому что что справа, что слева, паутина немерена, откуда вот эта вот пыль взялась из тока. Ну, может, действительно... Задний ремень отмотал, по-моему, спалился. Да, так, задний ремень. Вот сиденье заднее откинул, поднимаем, а там такое ощущение, что... Я не знаю, что там возить. Действительно, то ли пыль, то ли еще что-то, то ли... Ну, что ты делаешь? Эта машина именно сладенькая для перекупщика. Не похоже. Чтобы перекупщик хорошо по цене ее пробил, забрал и реально в Киеве продал. Тут не похоже, что возили стройматериалы, потому что не поцарапанный багажник. У него багажник весь ровненький. Есть как бы следы от того, что он перевозили какие-то грузы, но сказать, что он весь зачуханный, ну нет. А, это мы поедем с его дружиною, тому в поварному суде будем спілкуватися по цене. Почекаю. Пізно це квадратне лице робити. Ну, типу, що машина не понравилась, він ж теж не дурачок, розумієш. Ну, скоріше всього, предлагали за неї от 10 плюс-мінус от таких, в таких рамках. Ну, з одної сторони, ні, з двох сторін. Це верх ринка, але вона, по суті, в середині 13-го виїхала. А нормально почала експлуатуватися, коли він її купив, тобто в середині 15-го. Там, на 15-й рік
4300 пробег. Це що? Це не пробег взагалі. Оп, стоп. Ха-ха. Діагностика не показала. Ну, стоп один не горять. Hyundai, япошки, вони примітивні, більшість виробників примітивні в діагностиці. От, допустим, Volkswagen той самий, він показав би, що перегоріла лампочка, при яких умовах, яке атмосферний тиск, який навіть був в момент, коли лампочка перегоріла. Пробіг і так далі, все пише. Корейці, то вони, да, банально прості. Ну, за це вони ненадійні. Я ж по привычке сел, нажал, оно... И не, ну как бы для двухлитрового оно едет, но я всегда знал, что двухлитровый Tucson, он... Tucson, простите, не едет никак. А тут еще включили ему кондиционер, да в жару, и в общем он такой. По сравнению с 4.4 не едет. Ну так, гремит у него ходовая, особенно с левой стороны очень сильно. Сзади что-то подстукивает, короче, он уже по ходовой сыпется. Ее надо полностью перебирать. Но кузов у нее классный. То есть ее отполировать. То есть это вот машина, типа, забрать бы ее за 9, это единорог для перекупа. То есть вот та розовая мечта, которую можно быстро, быстрый цикл сделки сделать, как это можно сказать. Потому как, ну, машина по кузову хороша, по салону тоже. Причесать ее будет вообще видко. Ну и ходовые придется слегка пересыпать. Тормозных дисков там нет, ни передних, ни задних. Это уже видно. Ходовая тоже вся гремит. Короче, машину, то, что он рассказывает, что он за ней следил. Ну, следил только тогда, когда уже надо что-то там отвалилось, отсыпалось. Вот тогда он ее, наверное, чинил. Потому что сейчас, вот так, как она гремит. Может быть, я какой-то там типа педантист, хотя нифига, у меня там тоже где-то что-то можно послушать, и стучки, и звучки. То у той машины, ну, совершенно все нифига не так. Ну, плюс у нее какой-то такой слабенький кондиционер. Сначала я подумал, что он вообще не работал, что все закрыто было, все воздухопотоки. Но пооткрывал, нет, нормально. Что-то идет. Ну, сейчас посмотрим на нее снизу. Будем торговаться. 11200. Дофига. Ну, как дофига? 11 точно нет. 10. Вот если бы 200 отдал, было бы хорошо. Будем пробовать. Но опять-таки, по коробке я посмотрел. Передача крутящего момента у нее идет нормально в самой коробке. Передача от двигателя идет, соленоиды у нее срабатывает. Ну, то есть, все работает в зоне того, что должно быть. Но как-то так, после 4.4, 2 килограмма для веса чуть-чуть меньшего автомобиля. Ну, такое. С каросиновым моторчиком горчит и не едет. Цокнутые двери. Такая она потертая чуть-чуть, но вся в родной краске. Поломанные пистоны, зимняя резина, типа всесезонная, но она тупо зимняя. Не идеал. То есть хороший кузов, живой салон, все. Остальное у нее такое, надо доделывать, допиливать. То есть так, чтобы приехать, сразу махнуть рукой, вау, хорошо, да, 100% забираем. Ну вот как-то до того, как я на ней проехал, ну, было больше уверенности, что машина подойдет. А сейчас тут уже вопрос цены, потому как там, ну, ходовую всю надо пересыпать. Я понимаю, что для Hyundai это немножко дороже, чем Жигули, но тем не менее все машины продают тогда, когда надо проходить какой-то ремонт. То, что эта машина от хозяина, я не сомневаюсь, потому что перекупание как минимум действительно меняет там стучащие элементы ходовой, ставят на чего-то новое, на пусть самое дешевое, там где-то восстановленное, но чтобы оно хотя бы не тарахтело. А здесь оно, наверное, у него давно тарахтит, он особо не заморачивается, типа, наверное, так и надо. Но как-то не айс пока. Сейчас снизу посмотрим, чего с ней, и будет больше информации. Треба буде, що ми пошатали неї, а не подивилися. Ага. Іменно на розкачці є поперечній булькання і в руль віддає.
из-за того, что здесь стоит защита. Сейчас я это сниму, и губка, вот сама оплетка, она уже из защиты тупо стертая. Поэтому, когда оплетка фигачит об защиту, это реально очень хорошо. Возможно, отсюда на стыке и фигачит. Потому что по камрушке и снизу все нормально. Да? Но здесь она затерла, здесь стерла сетку, сейчас его защиту покажу. Я уже вижу, что это нехорошо. Ага. Да. А есть монтировочка, можно поюзать. Так, монтировочка, я здесь не... Я ничего не вижу. Радиатор целый. Ага, сейчас, секундочку, спасибо. Оп. Так, тут целое, тут ничего не течет. Масло в коробке последний раз менялось, наверное, никогда. Судя по тому, что даже грани не затронуты самой коробки. Ну, нигде ничего не пришло. Нашел такой аккуратный. Так, а по рулевой рейке вот с этой стороны был вопрос. Так, а тут вот слегка засранным маслом. Оттуда нет сверху. Сверху сухо. Значит, саму рейку. Надо еще будет посмотреть, что брусилитель. Ладно. Вот еще говорил, вот здесь вот сильно оно притирается к защите. Ага, правая стойка стабилизатора, привет. Ага, так, тут нормально, сейчас я назад перебегаю. А что там ставить? Стойка стабилизатора правая, ей Алис. Да. Это то я ехал вот. Чуть разгазовывал, вставал, потому что под нагрузкой было что-то такое, как защищание. Ага. Заживляйте. Я очень надеюсь, что на майку попало не масло, потому что... Потому что Оля меня задушит. Не, я понимаю, но мне... Понимаю. Моя супруга не разрешает в новых вещах лазить под машиной, потому что он скажет, осмотр одной машины минус майка. И сразу под машину бегом. Только одел новую майку, кстати, этой майки третий день сегодня. Вот как вы себе машину купили, так вот я майку. Тормозных дисков нема? Ну, с колодками нет. С колодками, да, это типа расходник, но сам факт. Плюс стойки стабилизатора. Правая вообще она тук-тук делает, ну вы слышали. Левая тоже, защиту было бы классно поставить чуть-чуть ниже, потому что защита тупо упирается в гофру, гофра об нее трет. Из-за этого, когда нажимаете на гашетку, может быть дребезжание. Оно аж там, я показывал место, я заснял на видео, потом все видео скину. Оно аж до металла протерло. Вот. Но так чистый у нее кузов, ну, вообще не ржавый. Ну, я вижу, было бы классно за 10, но за 10 он ее не отдаст. Все прогнозы. Сходу. Типа закончить 10,5. Даст 5-10. Но если с колесами, потому что эти колеса, если активно ездить, они очень быстро сотрутся. Это не все сезонные, это зимняя резина. Стойки стабилизатора, в принципе, и все, шаровые у меня целые, даже стука нет, рулевые. С правой стороны чуть-чуть тяга и рулевая рейка. Рейка это сколько? Ремонт 1005 гривен, резина, грубо говоря, десятку в 16 радиусе. Короче, долларов 800 мне железобетона вот так летит просто. До салона ей продали корейскому дипломату, він на ній не їздив взагалі. Видали, і вони вообще, я так вона перегнали її там десь там і поставили. Так, ти що, всі разом торгуємося чи? Я зараз запит дав історію по цьому автомобілю. Ну що, посмотрели все? Да, походові є вопроси. Стучок, да? Ну, стукає. Стукає стойки стабилизатора поперечной устойчивости и сама рулевая рейка. А какая крайняя цена будет на этот автомобиль? Вы предлагаете? 10-100. 10-100. 10-500. Не вам, не нам. Давайте 150. Хотя бы какие-то, да, средние высчитывать.
Реально зараз ми підсчитали, до тисячі треба, ну, по-хорошому. Це те, що от я бачу, от по самим бідним. Ну, до тисячі, то до тисячі. 10-200, то і всі люди виїжджають. 10-200 і дешевле не хочуть. Тисячу на всі неполадки, що нашли в пацанах. Є у нас 5 хвилин? Так, звісно. Неожиданно, ну, 10-200. Всем сразу предложил. Как неожиданно и приятно. Тихо, неожиданно, приятно. Друзья, Hyundai Tucson классная машина, но найти живую ее этих годов с каждым днем все становится тяжелее и тяжелее. Поэтому, если проезжая мимо корейской церкви, вы увидите дипломата за рулем, срочно звоните нам, мы приедем, осмотрим этот автомобиль. Ну а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания Динавто. Всем удачи на дорогах, всем пока-пока. Женя еще пару лет поработает и точно перестанет верить продавцам.